привет! Мы сегодня в Москве на рынке, на садоводе. Ездили за пряжей и за мелким таким сопутствующим товаром еще. Я что включила? Сейчас мне звонил Никита и спрашивал, в чем вести детей в студию? Я говорю, в смысле в чем? В ветровках, шапках? Он говорит, мам, снег у нас идет. Мокрый, но снег. В общем, мы здесь-то вот солнышко в Москве-то, вот посмотрите. А в нашей деревне Гадюкино уже дождь со снегом. Вот. Сейчас мы поедем домой. Мы сегодня пораньше немножко. Обычно мы в 5-6 выезжаем. Сейчас сколько? Около 4, наверное, да? 4 час, в общем. Вот. Еще хочу показать сумочку, с которой нас сегодня папа стелял. Вот такая вот. Сейчас я ее положу сюда. Вот она. Это маулиры. Отжали вчера. Стали собираться вечером. А сумки нет. В общем, с этим ремонтом у нас дома такой кавардак. Мы не знаем, где что лежит. Сегодня у нас папа вот с такой сумкой ходил. Сергей Витальевич, тебе как? По барабану было? Без комплексов. Вот. У нас без комплексов. В общем, вот так. Если будет что-то интересное, включимся. Если не будет, значит, будет такое коротенькое видео. Про погоду в деревне Гадюкино. Ни для кого, наверное, Америки не открою. В общем, на садоводе. Мы еще пока на территории самого рынка. Пробки. Еще какие пробки. Это мы еще даже не выехали. Не то чтобы на МКАД, а на близлежащую дорогу не выехали. Вот. А еще мы ни разу не увидели кассовых аппаратов. Ни в одном контейнере не стоит кассовый аппарат. Нас всех зашугали, застращали. Ну, вот в регионах. И налоговая, и прокуратура обещала, что будут шкурить. В общем, почти все с кассовыми аппаратами у нас в регионе стоят. Не стоят с ними только самые отчаянные, те, которые вообще нам документы сдали. Потому что дешевле заплатить административный штраф за отсутствие права на торговлю, чем заплатить штраф за отсутствие кассового аппарата. Вот такой вот каламбур. В общем, вот машин куча. Это территория рынка. Мы еле-еле движемся. Так что я, наверное, рано радовалась, что мы рано выедем. В общем, едем мы медленно.